если бы у меня была бы легкая жизнь, я не был бы тем, кем являюсь сегодня. По природе своей мы знаем тигра как хищника, но на самом деле, кто немного связан с животным миром, изучением этого животного мира, он, наверное, знает, что много историй и прекрасных моментов есть, когда те же тигры, они выступали в защиту более слабых животных, охраняя, оберегая их. То есть хищник, тигр, когда голоден. Если он не голоден, он царь джунглей.